Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании Tikmeo, и с вами я, Артур Изиатулин. Турецкая лира возобновила снижение в понедельник против доллара, но она уже это делает более умеренными темпами. Сегодня она откатилась на чуть более 1% против доллара. Это произошло после повышения процентной ставки турецким центральным банком до 24% на прошлой неделе, которое вроде как должно было повысить издержки на короткие позиции, то есть сделать их менее выгодными. Долгожданный традиционный шаг по стабилизации валютного кризиса даже вызвал удорожание государственных облигаций. Доходность по десятилетним турецким облигациям, как видите, снизилась на прошлой неделе. Как раз таки после решения Центрального банка повысить процентную ставку, что довольно-таки необычно с точки зрения связи между изменением ставки и ценой облигации. Обычно рост альтернативных издержек капитала, это как раз-таки происходит при повышении процентных ставок. Это приводит к снижению стоимости будущих платежей, их проведенной стоимости. То есть цена по облигациям должна была снизиться. Однако в случае с турецкими бондами львиную долю риска занимал валютный риск. То есть обесценение проведенной стоимости платежей за счет обесценения лиры. Поэтому решение ЦБ оно вызвало своеобразный приток доверия на рынке с фиксированной доходностью. Что касается стоимости страховки от дефолта, она у нас продолжает снижаться. Это у нас отражается в кредитно-дефолтных свопах. Как видите, с начала сентября она снижается, и даже после решения ЦБ повысить ставку, снижение у нас продолжилось. Сейчас она стабилизировалась на уровне 445 пунктов. Рекордное значение паники наблюдалось у нас в начале сентября, когда стоимость страховки у нас достигла 574 пунктов. Следующим этапом в судьбе лиры, где будет отыгрываться не паника и сопутствующее спекулятивное давление, а фундаментальные именно показатели, станет план правительства по сокращению госрасходов. Другими словами, будет важно отслеживать, как правительство будет аргументировать возможности снижения кредитного риска, который значительно возрос после многих лет экономической экспансии за счет иностранных заимствований. О том, как Турция будет пытаться привести себя в порядок, станет известно в четверг, когда власти опубликуют планы по восстановлению экономики в среднесрочной перспективе. Зять Эрдогана Берат Альбайрак, по совместительству министр финансов, он пообещал оптимизировать траты. Это прежде всего означает сокращение инфраструктурных проектов и в зависимости от глубины проблемы может означать скидывание части социальных обязательств государства. Это очень непопулярная мера для Эрдогана, но вынужденная в такой ситуации. Разумеется, процентную ставку на таком высоком уровне ЦБ долго оставлять не может. Это огромная нагрузка на банковскую систему, которая при повышении ставки дешевеют активы, так как снижается приведенная стоимость платежей, то есть будущих потоков денег по ним. И одновременно с этим растут издержки по обязательствам. Для банков подстроиться при этом довольно-таки сложно из-за природы вообще банковской деятельности как таковой. Банки обычно вкладываются в долгосрочные активы, при этом имеют краткосрочные обязательства. Даже при попытке перескочить на краткосрочные активы, при повышении ставки такая подстройка прибыли по активам будет происходить медленнее, чем подстройка издержек по обязательствам. Это также известно как несоответствие активов и обязательств. Случай с российским рублем в 2015 году, в конце 2014-го, он подсказывает, что спекулятивную атаку можно эффективно купировать повышением процентной ставки, и вряд ли Турция с еще более высокими процентными ставками, которые мы наблюдаем сейчас, она станет исключением. Ослабевание инфляции в США, ожидание более мягкой позиции ФРС должны также благоприятно отразиться на турецкой лире с точки зрения влияния стоимости заимствований в США на развивающиеся рынки. Турецкие бонды, они уже дали сигнал в виде снижения доходности, то есть укрепления их цены, что лире стоит сейчас
взять себя в руки, поэтому имеет смысл начать рассматривать короткие позиции по паре доллар-лира вот с диапазона 6.25, 6.50, 6.40 даже. Прошел у нас август, и теперь пора делать выводы по горячо обсуждаемому сценарию того, как компании США потратят излишки наличности в результате налоговой реформы и высоких прибылей. Ответ, который лежал на поверхности, оказался верным. Это обратный выкуп акций. Впервые за 20 лет объем средств, направленный на обратный выкуп, превзошел капитальные вложения, что, собственно, и объясняет отчаянное покорение S&P 500 новых вершин. С начала года и до середины сентября американские компании направили 762 миллиарда долларов на обратный выкуп, причем по оценке Goldman Sachs на эту задачу будет направлено в этом году 1 триллион долларов. Как видите, вот здесь показана динамика, совместная динамика капитальных вложений и обратного выкупа. И в этом году у нас намечается очень большой разрыв между средствами, направленными на обратный выкуп акций, и капитальными вложениями. Как видите, в этом году обратный выкуп акций подскочил на 48% по сравнению с прошлым годом. Это данные на второй квартал. Причем у нас более высокими темпами, вот важно заметить, что более высокими темпами росли акции тех компаний, где доля расходов по скупке акций была выше. Фирмы, сделавшие в свою очередь акцент на капитальных вложениях, отставали от динамики S&P 500. И это говорит о том, что в S&P 500 в его динамике преимущественно отыгрывали краткосрочную перспективу, то есть сокращение предложения акций на рынке. Все как бы происходит сейчас как по учебнику, когда компания у нас смещает фокус на краткосрочную перспективу, что, соответственно, выражается в увеличении объема обратного выкупа акций. Необходимость вознаграждения инвесторов за их лояльность, за то, что они остаются акционерами, она происходит через доход на капитал. А это, соответственно, происходит, главный механизм для этого – это обратный выкуп акций. При этом дивиденды для этого используются меньше, так как это, прежде всего, долгосрочное обязательство – поддерживать их на том же уровне. Понятно, что решение в обратном выкупе говорит о временном характере увеличения денежных средств, то есть денежных потоков компаний. Для рынка это, естественно, краткосрочный катализатор для роста. Как фундаментальный показатель, данная мера означает рост цены акции на сокращение предложения, что в свою очередь является рациональным и контролируемым со стороны компании, а не притоки спроса, да, которое может быть иррациональным и неконтролируемым, и которое подвержено более сильным колебаниям. Поэтому не все так просто, говоря, что рынок сейчас отыграл краткосрочный фактор, S&P 500 у нас рос именно на обратном выкупе. На одну акцию сейчас активов стало больше, и эти активы, которые компания имеет сейчас, по которым есть уже денежные потоки. Это вот очень важно учитывать, говоря об обратном выкупе акций как о краткосрочном факторе. Истощение, соответственно, этого катализатора представляет краткосрочный риск для фондового рынка США. Сейчас это особенно актуально, так как за месяц до публикации отчетности, это происходит в октябре у нас, компаниям нельзя проводить выкуп по собственному усмотрению. То есть сейчас количество компаний, которые могут направить средства на обратный выкуп, оно будет сокращаться. И к концу сентября количество таких компаний, которые будут ограничены в обратном выкупе, достигнет 86%. Также еще вот одним доводом в пользу того, что обратный выкуп акций – это удобная схема для менеджеров обналичивать свои владения акциями. Это вот эта интересная картинка, которую я нашел. Она показывает, что
обратный выкуп акций менеджерами увеличивается с приближением даты об обратном выкупе. То есть менеджер, который имеет информацию об этом, они предпочитают продавать, начать продавать часть своих акций, ожидая, что их цена как раз-таки вырастет, и они могут получить больше денег за эти акции. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду.